В прошлом году в стране было собрано 325 миллионов рублей – это средства курортного сбора. В нашем крае 115 миллионов рублей, из них 60 миллионов от Сочи. Эти деньги пойдут на благоустройство города. Сегодня уже обязательно ежегодно видеть улучшение и развитие. И в этом плане, наверное, Сочи стоит не просто впереди всех муниципалитетов края, но объективно, наверное, по ряду причин во главе вот этого процесса в целом в стране. Введение курортного сбора в прошлом году называли экспериментом. Теперь это будет системой, поскольку есть результат, который необходимо закрепить. Например, его брали только наличными. Теперь все гостиницы и отели будут взимать курортный сбор безналичным способом, что гораздо удобнее для гостей курорта. А вот хостелы, приносящие неплохой доход владельцам, вряд ли будут работать как прошлым летом. Сейчас в Совете Федерации эта тема обсуждается очень остро. Собственник индивидуального жилищного переделывает свою квартиру под сдачу в наем и называет ее хостелом. Получает соответствующую классификацию и занимается этим бизнесом. Сейчас поднимают вопрос о том, что если у тебя это гостиница или средство размещения, то ты должен перевести вид разрешенного использования своего объекта недвижимости из жилого в нежилое. А это уже совсем другие требования. Например, в гостинице должно быть как минимум два выхода из помещения. В жилом доме или большой квартире выход только один. Второй вопрос, который активно обсуждался на совещании – классификация гостиниц и средств размещения. Проверка перед присвоением звезд будет проводиться самым тщательным образом. Тема эта будет усиляться, потому что понятно, что город Сочи весь классифицирован. Все объекты размещения у нас получили эту классификацию, но теперь вводят параметры, касаемые, во-первых, пожнадзора, да, потому что прецеденты по стране были, и они ни в коем случае не должны повторяться. И вторая тема, конечно, санэпидконтроль. Тоже важная история, потому что если человек приехал в любой курорт Российской Федерации, он не должен подвергаться риску, особенно дети. Одним словом, курортная отрасль сейчас на финишной прямой. Гостей, как всегда, Сочи в активный сезон принимает много, и подготовиться к их приезду необходимо тщательно. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.